Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к нам на распаковку попал телефон Sony Xperia 2. Я его уже тут раскрыл. Все коробочки, все оригинально. Sony Xperia. И еще и сзади. У нас ну, телефон, значит, выходный процесс, выходный такой версии. Экран 4 дюйма, камера 5 мегапикселей, защищен по IP технологии 55-57, вроде перезащита, ну еще куча всякого, и есть, ну и значит кабель USB, зарядка, наушники, телефон еще не включен, здесь есть такая заручка, она подключается к цвету самой рамки серебристой и переходит как бы на крышку. Красная такая заручка есть. Телефон. Возьмем под сим-карту. Так, где здесь SD? А, SD внизу там, прямо под сим-картой находится. Прикольно. Да, два разъема. Вот они. Так, батарейка у нас тут на сколько миллиампер часов? Ну-ка. Так. 1700 миллиампер часов. Вот так он внутри выглядит. Сейчас мы его включим. Качество сборки хорошее. Люфтов не обнаружено. Сделано на совесть. Материалы тоже хорошие. Приятно на ощупь. Ух ты. Экран вообще прелесть. Экран хороший. Ну, работает, в принципе, неплохо. Так, она. Так. О, прикольно, тут в режиме видео. Можно сразу и фото снимать. Походу. Ничего себе, вспышка. Ты фотографируй быстро. Ну, качество снимка хорошее. Хорошее, наверное. 13 мегапикселей в действии. Работает отлично камера. Так, а как выходить отсюда? Ага, вот клавиши здесь. Ага. Клавиши здесь виртуальные. Обычных клавиш здесь нету, сенсорных. Они все на экране. Такие. Ну, работает хорошо. Нареканий пока нет. Дальше использование, не знаю. Ну, в принципе, я думаю, не должно быть. Версия Android здесь 4.1.2. Модель LT25i. Так, все, да, сборки. Ну, тут я сюда не устанавливал. Не было времени. Чтобы еще здесь посмотреть.
Звук надо включить. Так, где у нас звук? Звук. Громкость. Так, Xperia мелодия. Динамик такой средний. Не очень громкий, но слышно. Так, яркость экрана. Интересно, на максимум. Да, яркость на максимум. А нет, не на максимуме. Вот еще ярче стояла авто. Да, яркий экран хороший. Экраны, правда, хорошие. Цвета хорошие, кстати, передают отлично вообще. Яркий такой глаз. Ну, работает отлично. Walkman есть технология. Ну-ка. Музыкальный проигрыватель. Ну, думаю, я, конечно, не слушал звук наушника, какой здесь, но думаю, должен быть хороший. 3,5 разъем для наушников. Тоже защищен резиночкой. Классный телефончик. Вот так вот у нас. Все выглядит. Ну что, телефон хороший. Спасибо за просмотр. До свидания.